29 мая 2020 года. Как и обещали синоптики, в Подмосковье начался сезон дождей. Ну, сезон не сезон, но два дня обещали дожди сильные. Пользуясь этим, хочу показать вам поведение нашего любимого цветочка сциндапсуса. Вот он такой невзрачный болотный вьюн. Видите? Он начинает плакать во время дождя или перед дождем. Вот это мы не усекли точно. Вот видите, такие вот капельки на листиках. Вот, 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 наверное, видно. Сейчас. Так, сейчас, 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 вот. Вот так вот плачет он во время дождей. Так, вот здесь его братик еще стоит, золотистый. Сейчас я его покажу. Видите, на листиках водичка. Очень сложно снимать такие маленькие капельки, но я думаю, вы увидите их. Вот такие вот забавные цветочки предупреждают нас о непогоде. Ну и небольшой экскурс. Новые бутоны расцвели на подоконнике. Старые цветочки завидают. Но не все. Некоторые цветут и радуют нас. А этот скоро расцветет. Ну а вот и немалдник нашей съемки сциндапсус. Вот. Сейчас я вижу красивый ракурс. Видите, какие капельки.
хорошего настроения вам, даже в дождливую погоду. Проведем эксперимент. Видите, подношу палец. Здесь сухо. Вот видите, капелька жидкости.